когда осень листвою шумит, встречаем мы праздник прекрасный. День учителя! Спасибо за наши знания, за наши будущие успехи и достижения. Пусть в вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья. Пусть мы, ваши ученики, будем талантливы, внимательны и усердны, целеустремленными и гениальными. Ваши слова навсегда сохранят в наших мыслях, а ваша доброта в наших сердцах. Мы желаем вам любви к вашей работе, нескончаемого здоровья и вдохновения. Сейчас мы узнаем интересные факты о наших педагогах. Почему вы захотели стать учителем по сольфеджио? Я с детства очень люблю музыку, и сольфеджио – это мой любимый предмет. Мне очень повезло, потому что мои первые педагоги по музыке и по сольфеджио были самыми любимыми и самыми лучшими. Есть секрет для успешного проведения урока? Да. Какой? Доброта к детям, любовь и юмор. Мы же много смеемся на уроке. Да. Почему вы захотели прийти в Домисольку и преподавать? Я люблю музыку и люблю детей. И в Домисольке нашел место, где много музыки и много талантливых детей. Какой фильм в детстве вы смотрели очень много раз? Я смотрела в детстве такое количество фильмов, просто громадное. Могу сказать только, что я ужасно любила мюзиклы и сказки. Сколько лет вы уже преподаете в Домисольке? 21 год. Да. У меня очень много учеников, практически вся Домисолька. А у вас есть самая любимая картина? Ну, я считаю, что все мои ученики очень хорошо рисуют, и все мои картины очень любимы. Если нужно показать одну, я покажу. Пожалуйста, вот она. У вас был любимый урок в школе? В школе? Математика. Точнее, алгебра, если быть точнее. А вы были отличником? Не был. Легко ли быть преподавателем? Преподавателем быть легко, потому что я очень люблю детей. Какие есть трудности в этой профессии? Трудности есть. Когда ты строишь план на урок, у тебя большие планы, не всегда получается реализовать эти планы на одном занятии, потому что вам нравится порезвиться, поиграть. Вы помните свой первый день в роли учителя? Помню. Было очень страшно. Необыкновенно. Классно. Какая самая смешная вещь произошла с вами во время урока? Мои уроки проходят всегда весело.